Всім привіт, Михайло Кривошеєв з вами. Ми зараз знаходимося біля нової пошти. Чому? Тому що ви бачили відео, де наш знайомий, заочно друг Куденко Ярослав намагався привласнити собі жезл, міліцейський жезл. І ми вирішили не залишатись осторонь. І ми допомагаємо не тільки звичайним людям, а й поліцейським. Тому сьогодні ми спеціально для Ярослава знайшли не дерев'яний, пластиковий, з підсвіткою на батарейках жезл, який, власне, хочемо їм подарувати. Але оскільки карантин і дуже складно приїхати особисто вручити, ми вирішили скористатись послугами нової пошти і відправити йому цей жезл. Отже, Ярослав Миколаївич, спеціально для вас відправляємо. Користуйтесь і насолоджуйтесь. Добрий день. Хочемо відправити посилочку в Харків. Це я. Так точно. Відправляємо. Куденко Ярослав, Харків 8. Так точно. Відправляємо. Надо найдорожчу упаковочку для цієї речі. Бо що річ дуже цінна. Хто оплачує? Ми оплачуємо. Він поліцейський, в нього гроші немає. Пишіться, будь ласка. Так, все серйозно. Дякую. Дякую. Це поки що ваша, але в цілості і сохранності Ярослава Миколаївича. Добре. Все, дякуємо вам. Будь ласка. Ярослав Миколаївич, чекайте. Ми думаємо, що вам наш подарунок дуже-дуже сподобається. До нових зустрічей. Так, друзья, всем привет. В общем, позвонили мне с новой почты, говорят, посмотрели ваш ролик про Куденко, и тут ему пришла посылка. Дозвониться ему мы не смогли, поэтому будьте так любезны приехать и передать, так как вы более знаете, как найти Куденко. Поэтому мы идем за посылкой, друзья. Да-да, мы идем за посылкой для Куденко. Все, погнали. Посылка на Куденко. О, это нам, нам, нам. Что, это для Куденко, да? Так, проходите за стил. Так. То просто ваши сотрудники звонили ему, не могли дозвониться. Вот это меня вызвонили, ролик посмотрели про него. Я думаю, тут что-то такое прикольное будет сейчас. Друзья, в общем, как и обещали, наши коллеги прислали нам посылочку. Сейчас мы посмотрим, что у нас в этой посылочке. Будь ласка, разворачивайте. Опача! Ёлки-палки, то, что мы и хотели. Друзья, это тот жезл, который Куденко хотел походу украсть у человека в подъезде. И мы думаем, в ближайшее время мы ему подарим этот прекрасный жезл. Друзья, ну вот мы и появились на Шевченко 26, где обитает наш знаменитый вор Куденко Ярослав Николаевич. Это командир 3-й роты 3-го батальона. Мы сегодня с нашими друзьями, вот там их так много-много состоит, больше не буду показывать, собрались, чтобы ему вручить подарок, который вы видели, который я с новой почты везу. Сейчас мы пойдем и будем ее искать, пытаться добиться на Шевченко 26, найти Куденко. Будем вручать ему официально жезл. Куденко! Где Куденко? Нету Куденко? Где Куденко? Привет, Вадь. Здорово. Интересно. О, ты ему подарок? Конечно, это подарок для Куденко. Да, все в ажуре. А ты проверяешь машину, да? Нормально или? Проверяю. Просто даю журнал.
Что там, пацаны, где Куденко? Слушайте, защищаем. Где он, на линию он выходит или нет? Вадим Николаевич. Ну, что? Не знаю, я рассмотрю. Ну, смотри, надо, короче, ему вот это передать. Жезл видишь? Вижу. Ролик смотрели, как он его жезл воровал? Ну, посмотрите. Я не смотрю, некогда. Служим и защищаем. Служите и защищаете? Это хорошо. Главное, не воруйте. А что со стеклами? Все, порядок? Отлично, спасибо за беспокойство. Можешь у всех? Не, я серьезно просто. Лампочки, все, хорошо? Все есть, все работает. Все. Будьте спасибо. Так любезны на службу. Спасибо. Товарищ инспектор. Где Куденко? Товарищ инспектор, причина остановки. Причина остановки? Вы не пристегнуты ремнем безопасности. Не пристегнуты. Сейчас исправимся. Исправим? Можно уже начинать. Значка нету еще, отвалился значок. Спасибо большое. Полиция — это ж не карательный орган, а? Да я знаю, а вы знаешь Куденко, Муденко, который карает людей? Не, не слышал. Ролик видел про жезл? Про жезл. Вот он. Блин, а что? Хочу официально ему при всех вручить его, чтобы он наслаждался, ну... Не знаю, чем он там наслаждаться будет. А много машин выезжает? А? Много машин выезжает. Я вовремя, да, подъехал? Ну да. Отлично. Куденко не знаешь, на смене? Не видел еще. Не видел. Или он как крыса ныкается? Не знаю. Ты же с третьего батальона? Да, с третьего. Блин, не повезло тебе. Ну там такой черт служит, понимаешь? Куденко. Ну, не свое рода. Не, ну, хорошо. Отдать хотите, да? Я вручить официально хочу его. Не просто отдать, а вручить. Это та вещь, которую он украл. А ну, останавливаемся, паркуемся сюда. Куденко не видели? Вор в законе. Воруют вот такие жезлы, он мазохист. Видели ролик про него? Видели. Понравилось? Вот мы его официально хотим вручить. Ну, желаю успеха. Он на смене, не знаете? Без понятия. Да что вы его покрываете, вора в законе, ёпта. Так, паркуемся. Ничего не поломано у вас, пацаны? Потому что вы знаете, что нельзя выезжать на неисправном автомобиле. Мы же проверяем. Лампочки, все горит? Это хорошо. Привет. Привет. Да ну, нема пока месть. Не нарушайте. Поворотник включил, молодец. Здравствуйте, где Куденко? Не видели? Без понятия. Вор в законе ворует жезлы, он мазохист.
Не видели? Нет. Ролик не смотрели? Интересно. Ссылочка в описании. Все работает, лампочки горят. Все шикарно, лучше умение. Работает или нет? Ручник работает? Ручник работает? Подсказывает. Нет, так это подсказывает, правильно. Спецподраздел СХИТ, мы еще с этими не виделись. Куденко, выходи, ёптель-моптель! Да не, я не думаю, что это. Куденко! Там другое, там да, если у кого... Народ, кому интересно, это Шевченко 26. Смотрим, как выезжают исправные патрульные автомобили, у которых должны, по идее, лампочки даже работать. Я думаю, мы сейчас одну машину все равно выхватим. Как ваши успехи? Куденко где? На работе. На работе? На службе? Точно. Это вор в законе, мазохист, вот такие вот жезлы. Жезлы. Шестьдесят 8-49. А что, они отмечаются, что ли? Они, возможно, уже отмечались. А. Куденко? Не Куденко. Опача. Евдокименко, ты понял? Евдокименко, да. Да. Друзьяки, а вот Евдокименко. Это друг Куденко. Добрый вечер. Добрый вечер. Где Куденко? Мы откуда знаем. В смысле, откуда вы знаете? Куденко — это вор в законе, ворует вот такие жезлы. Шо? Верни этот жезл, откуда ты его достал у себя. Вернуть жезл, откуда я его достал? Зачем ты нам суешься? Ты что, на приколе или что? Это человек передал, у которого хотели украсть его. Ты что, не знаешь, что он ворует жезлы? Или ты его покрываешь? Мне твой бред не интересен. Да бред это ты несешь. На тебя жалоба будет написана, кстати. Чтоб ты приготовился. Евдокименко, ты не лыбся, ты понимаешь, ты человека учишь плохим вещам. Я только самому лучшему учу. Ты самому лучшему? Ты учишь людей плохому. Чему конкретно? Не знаю, правила нарушать, избегать ответственности. Правила нарушать? Конечно, ты же нарушаешь правила. Я нарушаю, конечно, правила? Ты уверен? Конечно, уверен. Ну, значит, нарушаю, привлекай. Я тебе говорю, что ты учишь людей плохому. Зато ты хорошему учишь. А я учу хорошему. Да ты балабол, давай, езжай. А ты давай. Слышь, ты там не возникай, блядь. Что значит, сейчас же у тебя по рулю закинчится, блядь. Тихо, не матерись, камера работает. А, что, вам подсказать, что? Куденко где? Вор в законе, ворует жезлы. На КПП обратитесь там. Оденьте маску, пожалуйста, или отойдите от транспортного средства. Ну ты уже неправильно сортанул. Отойдите, пожалуйста, от транспортного средства. Это служебная отойдите, пожалуйста. Что, на приколе или что? Ну какие приколы? Отойдите. Ну не усугубляй ситуацию. Я задаю вопросы, а ты мне говоришь отойди. Ну какие могут быть вопросы? Я тебе задаю четкий вопрос. Где вор в законе, который ворует жезлы? Транспортного средства. Понимаешь? Где этот вор? Вы меня слышите? Не, я не слышу. Вот, есть часы приема, обращайтесь по часам приема. Как бы не сложно? Мне сложно, мне нужно найти Куденко вора.
Можешь мне подсказать, где? Часы приема. Обращайтесь по часам приема. А можешь представиться, чтобы я понимал, кто мне это советует? Давайте я сейчас вот выполню свои служебные обязанности. Выполни, пожалуйста, закон о полиции, 18 статью. Можешь выполнить? Обязательно, если мы с вами встретимся где-то вот... Я к вам уже звернулся? Я звернулся? На данный момент. У меня выклик и треба... Я к вам звернулся? Я звернулся? Я не могу сейчас на вас отвлекаться. Вы понимаете, пожалуйста, мне нужно ехать на работу. Покажите службовое посвящение, и вы поедете, и все. Вы меня слышите? Просто выполните закон о полиции, 18 статью, пункт 3. Выполнять свои служебные обязанности. Ну зачем усугублять ситуацию? Какая ситуация? Я ж корректно общаюсь. Ну я ж вас обидел. Ну так выполните, пожалуйста, закон, и все, я отстал. Отойдите, пожалуйста, от транспортного средства. Покажите, пожалуйста, службовое посвящение. Мне нужно ехать выполнять свои служебные обязанности. Покажите, чтоб я понимал, с кем я общаюсь. Я не понимаю, полицейский, не полицейский. Вот давайте, когда мы встретимся с вами... Да там уже не надо встречаться, там... Четко нам написано при звернении особы до полицейского. Обязательно, но сейчас мне нужно ехать выполнять... Ну давай, чтобы я не тыкал. Ну зачем ты начинаешь? Да ну кто начинает? Ну, блядь, будешь же Шкуденко номер два, я тебе еще раз объясняю. Вы о чем вообще речь? Я вам еще покажи раз говорю, свое служебное удостоверение. Давайте мы когда с вами встретимся на дороге, я вам все покажу. Да мне не нужно с тобой встречаться. Да мне сейчас нужно выполнять свои служебные обязанности. Ознакомь меня со служебным удостоверением и все. Отойдите, пожалуйста, от транспортного средства. Ну, попробуй меня убрать. Уберите руку с служебного автомобиля. Это еще не твой автомобиль, это имею полное право. Автомобиль. Отойдите, пожалуйста, от служебного автомобиля. Никуденко, Никуденко. Покажи свое службовое посвящение. Отойдите от служебного автомобиля. Ты отказывайся, скажи да или нет. Отказывайся, скажи да или нет. Мне нужно выполнять... Отказывайся. Отойдите от транспортного средства. А что будет, если не отойду? Я вам еще раз говорю, мне нужно выполнять свой служебный... Выполнишь, когда ты меня ознакомишь с своим служебным посвящением. Давайте я сначала людям помогу, которые обращаются... Да люди не нуждаются в таком инспекторе, который вот, даже конечно, не представляется. А у вас они нуждаются. Вот конечно, люди, блядь, помощи просят. Потому что мусора их обижают. В данном случае, я не понимаю, какую помощь мы можем вам оказать, или что, какую помощь просто вы людям просто ознакомь оказывать. Меня с служебным посвящением. Да вы просто еще раз покажите и все, в чем проблема. Да что, вы меня поймите, у меня служба. Что я должен показывать, ты должен выполнить норму закона. Отлично, покажите и едьте, вас же никто не задерживает. Так а что вы делаете? Вы меня задерживаете. При выполнении вас просят 18.3 выполнить и все. Давайте вот когда вы звернетесь до полиции. Я зараз звертаюсь до вас, я до полицейского. Я с удовольствием покажу вам свое служебное удостоверение. Выйдите и подскажите мне. Когда прежде всего выполнил обращение граждан, да будь просто мужиком, покажи удостоверение и едь дальше. В чем проблема? Ты создаешь сам проблему, реально. Я создаю проблему? Вы серьезно? Да, я создаю да, проблему? Да. Вы сейчас инспектор, пришли. Покажите свое службовое посвящение. Мы выезжаем на работу. На служебную. Отлично, вы уже выехали на работу? Выехали. Вы уже, да. Соответственно, вы уже полицейский. Городецький, правильно? Городецький, Валерий Володимирович. Все, а можете попросить напарника? Он такой же инспектор, как и я. Гражданская в автомобиле. А я не человек? Покажи службовое посвящение и все. Что ты вернешься? А меня сейчас пристрелят, когда вы вернетесь, я мертвым буду. Если мы так будем с вами разговаривать, ну кто? Вы стоите его стоит. Вызови. Какая у тебя рота? Какой батальон? Рота, батальон, говорю, какая? Рота, батальон. У вас нет удостоверения? А может ты еще не прошел медицинское сведение? 102 и сразу посмотрите. А при чем 102? Вот полиция, зачем мне обращаться на 102? Я вам еще раз говорю. У вас его нету? Есть. Или есть? На который нужно отреагировать. И что? А вы реагируете только на звонок особы, которая вас вызвала? Или просто на любого человека? Отлично, я подошел просто как человек. Покажите мне удостоверение. Не ему, мне покажите. Мне покажите. Я обратиться к вам подошел. Конечно. Поэтому вот, если есть обращение граждан, я к вам обращаюсь. Просто в течение дня. Я к вам обращаюсь сейчас, пожалуйста, представьтесь, покажите. Ой, что там упало? Бабок нету? Нет, удостоверение участника боевых действий. Это хорошо. Мне показывайте. Горяшин Дмитро Иванович. Подождите, да можно я прочитаю номер его? Номер жетона там нету еще. Как это там нет? Ну нету. Полицию, лейтенант Горяшин. 3-0-40-12. Жетон 00-99-77. Все, спасибо большое. Какая рота батальон?
Вот скажите, пожалуйста. Рота, батальон. Вы увидели мое удостоверение? И что там написано, рота, батальон? Уберите руку с транспорта. Я должен понимать, на какую роту и батальон писать жалобу или нет? Пишите жалобы вот, на управление Шевченко 300. Какая рота, батальон? Удостоверение вы увидели? Ну, рота, батальон какая? Инспектора пишите. Я говорю, рота, батальон. Инспектора, пожалуйста. Ты что, неменяемый или что? Удостоверение увидим. Что было удостоверение? Рота, батальон какой? Полиция, лейтенант Аряшин Дмитрий Иванович. Хорошо. Какие вопросы? Пацаны, а вот этот горячий, на какой роте батальон? Я не могу понять, что тяжело ответить или что? Уберите предмет, пожалуйста. Ты будешь номер два, Куденко, я тебе обещаю это. Главное, что вы... Слышь, да тут тоже так крякал, я тебе еще раз объясняю. Какие вопросы? Главное, что вы все тот же человек. Все, ну какие? Шо, какой человек? Все тот же замечательный человек. А что, мне надо было в чем-то измениться? Да не надо было. Тебе надо было... Почему твой коллега показал нормально, а ты не выдрачивайся стоишь? Вы меня слышите? Давай, езжай, короче, отсюда. Спасибо, блядь. Большое спасибо. Займемся тобой тоже. Лампочка не горит! Лампочку меняй, алло! 50 рублей возьми. Мы тебя встретим. На подсветку. Куденко! Где Куденко? Вор в законе! Ворует жезлы! Все слышали, Куденко ворует жезлы. Ролик вы все, наверное, посмотрели. Это позор патрульной полиции. О, ребят, я, конечно, извиняюсь. Уважаемые. Кто выпускает вот эту машину? Обрати внимание, пожалуйста, что здесь трещина. Я не выпускаю ее. Кто выпускает? Я занимаюсь выпуском машины. Можно сюда завгара? С лесорука мы вызовите. Не-не-не-не, вы знаете, что... Вот эти два полицейских, именно два, людей привлекают за такое же. Поэтому будьте так любезны, вызовите сюда руководство. Вызовите, пожалуйста, руководство. Что здесь выезжает автомобиль с технической неисправностью, и данные два полицейских привлекают точно так же водителей. Давайте за справедливость. Я не просто так, все ж выехали нормально, нормально, все. Сейчас они пусть представятся, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Кому? Мне, особе. Вадим Николаевич, вам скучно? Будьте так любезны, представьтесь, Вадим, пожалуйста. Вадим Николаевич, оденьте маску для вас. Еще раз вам объясняю, будьте так любезны. Пожалуйста, удостоверение, пожалуйста. Выполните норму закона, а именно 18 статью, пункт 3. И все, зачем усугублять ситуацию, я не могу понять. Болотов Игорь Миколаевич, инспектор УПП Харьковской области, 2080-694. Можно ваше службовое посвящение? Вадим Николаевич, надо ж маску одеть, я думаю, вы знаете. Вы знаете, что нужно в этом случае делать. Все в ваших руках. В наших руках? Конечно. Вы начните с себя. Вот в том-то и дело, вы сейчас начнете с себя. А потом будем дальше общаться это с вами. Не техническая неисправность. Я говорю, техническая неисправность. А я говорю, да. Куденко, вор, выходи! Какой позор патрульной полиции! Воровать жезлы у обычных людей! Это позор! Позор патрульной полиции. Добрый день. Добрый день, а что это у вас? Это, смотрите, это жезл. Мы хотим официально его вручить Куденко. Вор в законе. Вор в законе. Он вор в законе. Он уже, наверное, уехал со службы. Он уехал со службы? Наверное, да. Так что уже смена его закончена. Так что на сегодняшний день вам не получится с ним пообщаться. В смысле закончено? Он сегодня, насколько мы знаем, он же заступил. Он не будет покидать территорию полиции. Не будет? Будете ждать, да. Ну а как нам? Просто люди попросили, этот человек попросил вручить его официально. Поймите правильно, официально. И лично. Это позор патрульной полиции, вор в законе, поймите. Okay. Понимаете? Вор в законе, понятие растяжимо. Давайте так. Вы это хотите лично Куденко? Да, я хочу лично сам его вручить, сам, чтобы он вышел как офицер.
Пусть ответит за свои поступки. Я думаю, это будет все правильно. Еще раз. Если вы хотите с ним встретиться, это сегодня не получится никаким образом, в любом случае. Давайте, это у нас сегодня вторая ночная. У него поднос. Дневные смены будут. Так. Если он будет на смене. Так. Увидимся без всяких там прелюдий. Это вы просто можете ему новой почтой, там, с доставкой на... Смотрите, какая новая была... почта уже отправили. Смотрите, какая была ситуация. С новой почте да. позвонили непосредственно мне. Они посмотрели ролик. Да. Были координаты Куденко. Он не отвечал, не брал трубки, ничего. И мне позвонили товарищи, говорят, так как это твой кент, типа... Я извиняюсь. Ничего страшного. Да. Я вам продолжу, хорошо? Так как он твой кент, можешь ему передать? Я говорю, конечно, я с удовольствием передам, вору в законе жезл. Он просто его обогатить, ну, хочет, похоже. Обогатить? Да. Просто это жезл, это была традиция, это волшебная палочка была. Я извиняюсь, так, Вадим, смотрите, давайте. Здесь прекратим, все равно вы его сегодня не увидите. Если хотите с ним встретиться, контакты командира батальона у вас есть? Нет, если это принципиально вы хотите. Это ну, принципиально. Вы понимаете, вам доложили, что вчера мы тоже дежурили здесь? Конечно, доложили. Я уже приехал, просто не было никого. А, видите? Да, работали. Я понял. Так он реально был на районе вчера. Он реально был на районе. Я же как сказал, как он там есть. Я же слово даже дал, что он на районе. Сейчас я сделаю маленький комментарий. Друзья, в общем, вы сами все слышали. Куденко...